По данным Гидрометцентра России, в Тверской области ожидается ледяной дождь и усиление ветра. По поручению губернатора Игоря Рудыня состоялось селекторное совещание о готовности региона к реагированию на неблагоприятные погодные условия. В совещании приняли участие руководители региональных министерств ЖКХ, лесного хозяйства, транспорта, УПРДОРа, областного дорожного фонда, а также представители Горэлектро, Россетей, МЧС и главы муниципалитетов. Были представлены доклады о готовности всех сил и средств к реагированию на непогоду. В круглосуточном режиме организовано дежурство ответственных ведомств, в том числе коммунальных служб. По данным пресс-службы администрации Твери, осуществляется так называемая патрульная снегоочистка, систематическое удаление снега с проезжей части в течение снегопада. Цель такой очистки – не дать снегу накопиться на проезжей части. 30 октября на линию вышли комбинированные дорожные машины и тракторы. Кроме того, 140 дворников вручную расчищают от снега подходы к мостам, остановочным пунктам, пешеходным переходам. Напомним, что ответственность за уборку снега на придомовых территориях лежит на управляющих организациях жилого фонда. А затруднения к движению транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения жители могут сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской службы дорожного фонда 34 56 54.